А вот сеть фастфуда Burger King готова подать в суд на певца Сергея Шнурова из-за его стихов в Инстаграме. Мамочки в декрете или боты предлагали в интернете заработать. Обращаясь то к Зине, то к Гале, похудеть мне они предлагали. Burger King, промокод, не однажды доводил до икот тех, кто слабже. Пост уже собрал более 50 тысяч лайков и сотни комментариев. Юристы сочли, что рифма Шнура привела к репутационному ущербу для компании. Иск планируют подать на следующей неделе. Его сумма может составить 200 тысяч рублей. Подробности о предстоящем суде узнаем представителя компании. Это директор по коммуникациям российского Burger King Иван Шестов. Иван, здравствуйте. Что именно вам не понравилось в стихотворении Шнура? Здравствуйте. Дело в том, что Сергей Шнуров, которого мы очень уважаем, мы знаем, что он очень популярен среди молодежи, и поэтому считаем недопустимым формировать у этой молодой аудитории неверное, я бы сказал, ложное представление о Burger King. Никакой икоты наши купоны или промокоды и близко не вызывают. Это полнейший бред. В общем, мы обиделись, если можно так сказать, и просто так это не оставим. А вот компенсацию вы потребовали 200 тысяч рублей. Для бизнеса, согласитесь, это все-таки несерьезные деньги. И поэтому, правильно ли я понимаю, что вы больше хотите привлечь внимание, наказать самого Шнура, чем, наверное, поиметь выгоду какую-то с этого дела? Нет, я сейчас не готов говорить о деньгах, это пусть юристы говорят, но через Life News хотел бы официально обратиться к Сергею Шнурову. Если он не хватит средств вдруг на погашение нашего иска, то мы готовы рассмотреть вариант замены денежной компенсации на публикацию стихотворения «Опровержение» в его Инстаграме. То есть он должен написать хорошее стихотворение без неправильных слов, и тогда вы готовы все свои претензии снять, правильно я понимаю? Пусть там будут нецензурная лексика, все как любит Сергей. Для нас главное, чтобы там было опровержение. Никакой коты от наших купонов не возникает. Нам главное, чтобы вот эта суть была донесена. И тогда иск мы отзовем очень быстро. Что ж, Иван, ваша позиция нам понятна. Спасибо вам большое. Это был директор по коммуникациям российского Burger King Иван Шестов.